Николай Николаевич Носов. Живая шляпа. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода. А Вовка и Вазик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось. Упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу, и вдруг как закричит: «Ай-яй-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая!» «Кто живая?» «Шляпа!» «Что ты? Разве шляпы бывают живые?» «Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай-ой!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу!» – говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпы боюсь». «Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила».